раз на просажении очень хорошо получилось. А? А я одна летала? Пока не знаю. Да, я расскажу свою шутку. А как ты сама думаешь, как сегодня пошел? Нормально.
Давай. Да они вообще умели. Дюр, а что плохо? Я запросил. Один раз запросил, а второй раз запросил. Конечно. Приятного аппетита. Снимай, снимай, Серега. Пожалуйста, пожалуйста. Посмотри, сынок. Такие мы тут красивые. Да, я посмотрю, что там это. Лючик, корни можешь. Так, ну что, сколько ты чаю? Нет, бюштек с одной картошкой. Ты же поджарку. Да, третий поджарка и четвертый не бюштек с одной картошкой. Бюштек ты еще поджарку положи.
Нищу две пачерки, два бештекса. Удачно. Без овремя, без усилий. Дочка, Павел, не знаю, сейчас, 25 часов есть. Они все даже сейчас. Это значит, что сердце не Да. Давай, Сюзан. Да, ты зайди, выходи и за стол садись. Не шевелись. Доброе утро. Пакет, ладно. Портфель потереть не знаю. Ну, видишь, как уже солидно, уже чувствуется. Ты, сука, на хилу такой, знаешь, как он вот так вот. Плохой инструмент. Пиши, убираю его. Почему? Скили, если надо. Это хороший. У тебя же есть хороший инструмент. Thank you.
Нет, конечно. Что тут даже? Где ваш план график? Подготовки на вас. Я его почему сегодня нашел. Вам нужна ночь, приступили сейчас к ночи. Первый со скорее начнем летать именно как расписывал тут. Дальше читать. Далее, значит, сегодня я сегодня раздам график отпусков отметить так, как у нас гуляет. Не так, как было запланировано, а так, как у нас гуляет. Сколько суток дата должна стоять очень точно. Работы сегодня очень много. Возможно, закончим сегодня рабочий день, всего 19 раз. Потому что ресторан частично 15 или 10. Ну, полка, да. 16 числа. И, значит, обращаюсь ко всем летчикам, значит, прошу всех, кто начали потихоньку заболевать, уже, смотрю, с сапатой стали на работу ходить. Один прибирает сапату, я сразу убираю с работы, чтобы не заразил, чтобы предотвратить себя от заболевания. Все, вопросы ко мне есть. Обращение внимание на наведение документации. Сегодня, чтобы все было заполнено. И кому обращаться будет, начать очень много за вас, как и маршрут нападать на обстановку, конечно, все сейчас занимается потом. Все. Расскажи, пожалуйста. Давай книжку. Мы должны самолетом. Да. Вот он. Так, ты что этого, да? Что ты улыбаешься? Ничего смешного. По команде пошли, отпускаем тормоза, начинаем разбег. Звезд самостоятельно. Оторвали сейчас. Пары сказал. Звезд самостоятельно. Поле зрения, ты уже самолет идешь. Зону пришли, отвернули в зону. Если накрываешь на меня, значит уменьшаешь время. Если туда в сторону отстаешь, значит увеличишь. Все, выполняем. Закончили вираж влево. Вот. Будешь в правом месте, да? Вираж вправо. В правом месте. И пошли. Крен 60 градусов, соответственно, принижение. Вот это на одной высоте надо было. Опять же, смотри. Если начинаешь не справляться, значит крен чуть-чуть поменьше, то ты нос будет так поставить. Вот ты постоянно анализируешь, 30 градусов. Меняем. Соответственно, наоборот, у тебя меньше. Для сохранения скорости, чтобы ты не вращаешь. Вот. Закончили вираж, вывод. Вывод, соответственно, исполнительная команда справа на месте, да? Вот. Набираем высоту 4000 метров. Вот центр зоны. Приготовиться к пикированию. Влево, да? Вот. Но команда будет, соответственно, не приготовиться к пикированию, а просто пикирование исполнительной команды. Пикируем влево, справа на месте. Во фронт не становись. Вот так. И пошли. С креном 45 до 60, с увеличением до 120 раз. Нет. Ручка на сету. С опусканием носа. Убираем крен. Вот. Убираем крен. Ты, соответственно, ручку по диагонали сюда. Пикируем. Вот. Принижение как было, так и есть. Вывод. Обороты 100%. 100%. Горка, вывод влево. Горка, вывод влево. Исполнительно справа на месте. Все, и пошли. Значит, я оставляю пару процентов тебе для резерва. Ты могла маневрировать оборотами. Смотришь, начинаешь меня догонять. Пару процентов прибрала. Сильно отстаешь, обороты 100%. Вверх не лезешь здесь, вниз не проваливаешься. Смотришь, как шли, вот с унижением. Так вот, чтобы увидел живот. Да. И пошли, вывод влево. Я плавненько буду увеличить крен до 120 градусов. Соответственно, подходишь вот сюда, вот так становишься, что видел в плане. Ложим на горизонт, убираем крен, ручка по диагонали к себе. Все. Вывод закончили. И пошли. Первую половину в горизонте. Во второй половине увеличим до 120 градусов. Запускаем носа. Убираем движение, ручку по диагонали к себе. Пикируем. Если сам достаешь, увидел в плане.
Вот выполняем спираль, 2000, 2000 снизились, 2000 снизились. Если вот я однозначно кредит выявлю. Выполняем мираж 45. 45 влево выполнено. Мираж вправо. Правильно. Пошел мираж 76. Аналогично, оборотку прибираем. И, соответственно, в одной плоскости значит чуть-чуть и пониже, да? Вот. Вот так вот получается. Выполняем мираж 76. Вывод без команды. Убираю плавненько кренчик. Все, закончили. Задание закончили, я говорю, 3,84 и старт квадрат. 3,84, квадрат уже все. Вот, ну, мы будем выполнять выход в круг, поэтому... Вот, да, я первый, да? Со курсом 31. Вот, помахал, левый пелинг, соответственно, перестраиваешься в левый пелинг. Вот, пришли на точку, доклад, 3,84 на четвертом полторы в малый. 3,84 к первому 600. Снижаемся, оборотки прибрали. Плавненько снижаемся. Вот, на первом 600, говорю, 3,84, на первом пара 600 роспуск. 3,84 роспуск пары. Я говорю, 3,97 на посадку самостоятельно. Ты пошел, крен 60 градусов, пошел выполнять разворот. Ты, соответственно, с креном 45 градусов за мной плавненько. Вот, дистанция между самолетами у нас 4 километра. Да? Вот. Дальше самостоятельно. Заход на посадку.